Всем привет, друзья! Сегодня приехал в поселок Зеленый. Вот здесь с центра, получается, переселяют людей с улицы Трубачеевой. Хотят переселять вот сюда. Здесь новые как бы дома построили. Здесь вообще поселок Зеленый, это поселок городского типа. Но здесь построили дома элитные, хорошие. И хотят, может быть, с центра, с ближайших уголков центра переселить сюда людей, чтобы люди жили в комфорте. А вот эти все дома, бараки, да, которые идут, полу уже, короче, разрушенные. Но там уже некоторые дома на улице Бабушкина, я видел, что их уже пытаются сносить. И вот сюда людей как бы переселяют. Мы сегодня посмотрим, как этот выглядит Зеленый. Браво здесь, какие дома, как они выглядят, вы оцените и посмотрите, хорошо здесь людям будет жить или нет. Вот, друзья, здесь ветер такой небольшой. Здесь вот мы возле Абсолюта находимся. И сейчас пойдем Зеленый смотреть. Дети, привет! Спасибо. Привет! Что? Как у вас дела? Нормально. Со школы идете? Да. А, молодцы. Там еще, друзья, до сих пор ремонты не закончились. Пока продолжается, экскаватор еще стоит. Мы сейчас с вами посетим, посмотрим, дети со школы идут, гуляют, люди здесь живут нормально, как говорится, везде жить можно. Ветер такой сильный, вообще не знаю, слышно меня будет или нет, вообще жуть, вообще здесь ветрюган такой, вчера тоже ветрюган был вообще сильный. Здесь вот такой грот образовался, но здесь видно, что песок копали. Тоже, походу, будут что-то делать. А, такой ветер вообще. Ветрюган. Детей встретил, со школы идут. Ну, тоже интересно им, что я снимаю. Сначала одну камеру поставил, потом другую. Как бы размытый фон, что был. Здесь как бы в Зеленом то, что мне понравилось. Здесь всякие СТО-сервисы идут потом. Разные магазины. Абсолют, Титан там есть. Восточный рядом здесь находится. Можно на Восточный уйти, если вам надо. О, ветер такой сильный. Короче, на Восточный можете уйти и там погулять, кто здесь живет. Конечно, пока ремонт еще продолжается, буду там дороги, наверное, делать. Облицовку еще небольшую. Все вот это будут делать. Здесь как бы есть и старые дома. Wildberries здесь есть. Озон даже где-то рядом есть. Так что здесь все практически есть. Сейчас посмотрим здесь остановочку для начала. Остановочка здесь тоже нормальная. Я не знаю, здесь какой маршрут ходит. Но мы потом посмотрим. Wildberries здесь вот такой вот. Здание здесь возле остановки находится. Мы сейчас его заценим здесь. Вот такие здесь деревья. Мусора, правда, там много, чуть-чуть есть мусор. Но ничего страшного. Остановка здесь называется. Можно, в принципе, было на специальном микрике доехать сюда. Здесь какой-то маршрут ходит. Но я на тройке доехал, сюда дорогу перешел. И вот уже здесь. Остановка микрорайон, Новый Зеленый здесь находится. СТ Нью-Зели. Нью-Зеленый МД. Нью-Зели. Нью-Зеленый. Зеленый. Зеленый по-английски.
СТ Нью-Зеленый. Здесь вот образовательный центр находится. СТПА, английский язык, репетиторство по школьным предметам, подготовка к школе. Здесь у нас находится Роксан. Что за Роксан, я не знаю. Роксан, универсальный магазин. И Wildberries здесь. Сейчас мы здесь пройдемся, друзья. Вот такое вот элитное красивое здание. Люди там в красном кирпичном доме живут. Здесь вообще дома красивые построили. Мне здесь вообще понравилось. Ну, конечно, внутри бы я тоже хотел бы заценить. Если, друзья, кто посмотрит меня с этого зеленого, с нового зеленого, если у вас есть как бы вариант поснимать вашу квартиру, заценить как бы, как там планировку вообще, ремонт сделали. Ну, если вы хотите эту ситуацию осветить, то мне пишите ВКонтакте где-нибудь под комментарием. Здесь, короче, не выйти, закрыто. Ну, кто хочет осветить эту ситуацию, мы там зайдем к вам домой, заценим ремонт, посмотрим, какие есть нюансы, да, там по ремонту. Здесь, видать, фонтан был когда-то, наверное, или будет. Дома там, конечно, классные в зеленом, если честно. Мне очень вообще нравится. Крыша только не очень. Крышу бы какую-нибудь сэндибоберную сделали. Здесь, естественно, гаражи идут. Там идет старый зеленый. Зеленый. Вот видим, как ремонт еще пока продолжается. Ремонт там еще идет полным ходом. Здесь мусорки поставили пока. Потом отделают, естественно, это все сделают. Пока еще здесь мусора очень много. Естественно, пока вот эти все ямы раскапывали, мусора навалилось, нашлось, наверное, много. Но это как бы ничего страшного. Работа идет, кипит пока все здесь, вот так вот все пока здесь. Еще здесь, наверное, строить тоже будут дом, наверное, еще, наверное, здесь будут строить что-то. Здесь находится памятник самолету какой-то, истребителю. Здесь тоже будет стройка, наверное, продолжаться. Там тоже стройка идет возле гаражей наверху. Вот, друзья, вот такие вот дома. Мы сегодня заценим, стоило ли сюда людям переезжать с центра, да, там, с Трубачей улицы сюда вообще. Как вы думаете? Я думаю, что стоило. Потому что здесь все в микрорайоне, все нормально. Зато люди будут здесь жить в этом, как в уюте, комфорте. А здесь что, на микрик сел, вон до Восточного дошли, прогулялись. Если вам надо в центр, да, по былым своим районам прогуляться, то, конечно, вы можете это как на микрик здесь шаговой доступности сесть и это как уехать. Не знаю, здесь живет кто-то или не живет, я вообще не знаю. Видно, что дома пока походу пустые. Такие вот дома здесь в новом зеленом строят. Архитектура, конечно, не блещет здесь. Это как бы не архитектурные строения здесь идут. Видим, что в домах мы и сделали вентиляцию, походу будет кондиционер, естественно, наверное. Кондер, наверное, будет. Вот люди там уже живут, наверное, музыка у них там играет. Вот такие вот дымоходы делают. Ну, это, наверное, для кондиционера. Сейчас же все, наверное, будут делать в этом, как его. Не будет, наверное, сейчас вот таких над окнами больших кондиционеров стоять, да? А, наверное, будут все внутри, в стенах делать. Это, конечно, наверное, лучше будет. Но если там кондер будет в квартире, то, конечно, это будет вообще классно. Здесь пока еще закрыто, замок висит. Ну, пока, друзья, еще здесь все в процессе происходит. Пока что здесь стройка идет, здесь еще ничего не построили. Здесь вон видно, что там еще строят.
Я не знаю, в какие квартиры здесь кого переселили. Может, еще никого здесь не переселили. Здесь пока еще вообще стройка капитально продолжается. Вот такие здесь окна. Ну, как бы дома хорошие, красивые, плиткой обделаны, такой красивый. По архитектурным строениям, конечно, это дома не красивые. Ну, как просто квадратные, да, они идут, здания и все. Но для людей, для жителей просто жить там, себе квартиру облагораживать, я думаю, это будет хорошо. Так, в принципе, они со стороны красиво смотрятся. И вот такие сейчас крыши делают. Не ромбиком, как обычно, а вообще без крыши. А раньше, кстати, в советское время тоже делали дома без крыши. Такие вот просто... Вот здесь вот такие даже перилы сделали на крыше, чтобы люди, если человек вышел... Наверное, я думаю, что они на крыше могут там себе гамак поставить какой-нибудь, лоджию поставить какую-нибудь, полежать, позагорать, наверное. Если, конечно, будут... Сейчас в Европе делают практически такие же дома, где-то в Европе есть, но на крыше делают там бассейн даже. Вот такие же крыши идут, и там на крыше бассейн делают. И люди там купаются, отдыхают, загорают. Ну, то есть скоро и у нас тоже так же будет делаться. Вот так вот здесь, я не знаю, здесь кого переселили, не переселили. Это, наверное, не сюда переселяют-то. Потому что я вижу, что здесь еще пока все пусто. Пустеет все. А там люди в своих домах живут, как обычно. А коттеджи строят кто как может, у кого деньги позволяют. Здесь, естественно, трансформаторную будку сделали, потому что, ну как без трансформаторной будки? Света не будет, естественно. 21 метр, 14 метров высота, а 14 метров это получается идет ширина дома, а 21 метр это идет высота, 21 метр. Ну, в принципе, нормально. Что, такие вот дома мне нравятся, не сильно большие, да, как вот эти делают, многоэтажные, там 17 этажей. Здесь трехэтажные, четырехэтажные. Трехэтажные здесь, в принципе, и нормально, что, как в Европе. Здесь цветы люди посадят, как-то облагородят потом участок. Будут здесь жить. Конечно, если можно было внутри все заснять. Но пока там все равно снимать-то беспонтово, там что еще не сделано. Просто будет бетонное все. Вот они, друзья, все здесь убирают. Ремонт какой-то идет. Генераторы все стоит здесь. Трансформаторную будку поставили, чтобы свет потом был. Вот так вот, друзья, пока здесь ремонт идет. Нормально все. Рабочие трудятся, молодцы. Вот такие вот дома здесь. Вот здесь уже потеплее стало, здесь никакого ветра нету. Я, друзья, когда здесь в зеленый ехал, я видел, что в старом зеленом люди живут еще лучше. Там у них такие элитные коттеджи стоят, что это просто любой бы мечтал в таком доме жить. Вот здесь тоже коттедж такой стоит трехэтажный. Наверное, какие-нибудь люди живут богатые. Может, какой-то центр будут делать или не знаю. Ну, для одного человека, если вы семьей даже живете, для вас такое здание будет, это как о... Ну, богато, что ли, много. Вы там весь дом не уберете. Вот такой даже дом, смотрите, есть, вот двухэтажный коттедж. Ну, люди, наверное, там несколькими семьями живут, родные, близкие там, кто-то женится. Люди же этот дом строят для того, чтобы дети ихние как бы женились, жили. Да, вот чтобы женились и жили, вот чтобы все, это как в Турции, там женятся, если дети. Вот там какая-то кочегарка вдали, я не знаю, что за кочегарка. Кочегарка есть там.
То есть в Турции, как они строят дома большие в Турции, вообще там трех-четырехэтажные, и живут всей толпой. То есть сыновья, если женятся, тоже с родителями живут. И родители их контролируют. И у них такая получается неразбериха, они все время там воюют, плачут. Кто-то кого-то там обидел, вот так вот происходит. Вот такие здесь стройки продолжаются. Дома на самом деле очень красивые, нормальные. Окна здесь большие. Здесь люди в коттеджах живут, вот смотрите. Ну, здесь уже, видите, люди, видите, все больше и больше я в Улан-Удэ замечаю коттеджи вот таких вот. Прям двухэтажных, трехэтажных. Есть все-таки, понимаете, люди у нас в этом, как у Улан-Удэ, богатые. Не все, как говорится, бедные. Есть и нормально люди, которые живут и строят себе элитные коттеджи. Ну, не знаю, можно за 10 миллионов, в принципе, коттедж хороший построить из газобетона даже. Трехэтажный можно, наверное. И все. Здесь, естественно, вышка идет сотовой связи. Там вертолет летит. Здесь, потому что вертолетная часть недалеко находится. Но здесь-то вряд ли кого-то переселили. Я не знаю, куда, в какое место переселяют. Мы просто говорили, что в зеленом переселяют. Но я не знаю, куда именно. Я, может, не то снимаю. Я просто вам хотел показать, какие здесь дома строят. Вы оцените, зацените. Короче, дома, что хочу сказать, по архитектурной строению они не очень. Ну, а сейчас архитектурное строение ни к чему, сидеть будет дом такой вылизан делать, да, то это будет, конечно, не очень. Это, как говорится, ни к чему. А тут главное для людей, чтобы жили. Будут жить, наверное, люди здесь, друг друга будут в лицо знать. Только бы не ругались, правда. Сейчас мы здесь пройдем, туда свернем и уйдем. Стройка здесь пока продолжается. Ну, быстро так-то строят, в принципе, да? Обделку все хотят делать. Вы даже видите, все привезли, чтобы отделку делать дома. Стен, точнее, будут тоже отделку делать. Вот так пока здесь ремонт идет. Кто-то там живуши, наверное, люди живут здесь кто-то. Коммуникации, наверное, будут делать все вот это. Может, уже сделали, я не знаю. Не, кстати, кондиционеры есть в доме. Видно, что вытяжки стоят эти. Трубы стоят, все нормально, значит. Друзья, короче, мне сказали, чтобы я не снимал здесь. Ну хорошо, что еще сказали, материал не удалять, а то бы, чтобы сказали, удаляй свой весь материал, форматируй флешку. Ну как бы просто сказали, нельзя снимать, я уже и так все снял, в принципе. Ну, в принципе, ничего плохого уже я не рассказывал, просто сказал, что вот дома строят, и все показал вам, просто обзор сделал. Ну как бы я никогда... Я свой канал позитивный считаю, что просто как бы осветить ситуацию и показать вам, а все, а там люди пусть сами считают, я же не могу за людей считать. Я просто как бы показывал, там уже кто думает, тот сам для себя решит, что ему красиво, некрасиво. Так что, ну, сказали не снимать, я уже и так, в принципе, все снял, нормально все. Ай, ладно, ругаться не будем. Я спросил, там людей переселяют туда. Они сказали, что пока стройка здесь идет, никого еще туда не переселяли. Может быть, будут переселять, я не знаю. Ну да, сюда должны переселять так-то. Может, куда-то в другое место уже переселили людей. Здесь есть дом 91-го года стоит.
На нем написано МЖК 1991. Сейчас туда сходим, поснимаем. Мне потом надо будет пешком отсюда уйти, зеленого, до стрелки. Это прям вообще далеко. Я пока ехал, я думал, как я туда пойду вообще. Реально далеко. Просто это... Так вот. Я потому что постоянно езжу, да, денег на дорогу даже не хватает, потому что я постоянно каждый день практически еду. Думаю о съемках, куда что поснимать, да, вот это вот постоянно у меня в раздумье. Из-за этого, как бы, я, конечно, это много денег трачу только на одну эту какого дорогу. Сами понимаете, сейчас дорога 30 рублей уже стала. Туда-сюда, да, вот сюда, если со стрелки на сотки, потом на тройку еще пересаживаться. Это надо, конечно, уже очень много денег тратить. Ну ладно, друзья, не будем о грустном. Денег, как говорится, всегда не хватает. В этом как бы ничего. Но я как бы стараюсь для своего YouTube-канала, снимаю для вас, чтобы вы смотрели наши участки любимого города. Чтобы все у вас было хорошо, настроение поднималось. Сейчас я буду вам здесь снимать район. Новый зеленый. Ну как бы вот, друзья. Nissan стоит, хорошая машина тоже. Ну, здесь обычный дом кирпичный, красный. Написано, что 91-го года. На нем написано, я не знаю, какого он года, но 91-го вроде бы. В принципе, для 91-го года дом хороший. Сейчас даже, в принципе, тоже такие дома кирпичные, красные строят. Только раньше с маленького кирпича ставили, а сейчас побольше кирпич делают. Вот в этот, наверное, зеленый переселяют-то людей. В этот дом, наверное. Он тоже новый, в принципе. Вот сюда, наверное, переселили. Да, сюда уже переселили. Вижу, там на балконе вещи чьи-то висят. Люди находятся. Вот этот район сейчас тоже поснимаем. Ну, в принципе, как район, здесь мне очень, как бы, понравился. Много здесь рабочих находится вообще. Свет устанавливают там, разные это осветительные тоже приборы будут делать здесь, чтобы люди ночью не заблудились. Как бы райончик здесь такой хороший, лучше, чем Стеколка, сразу говорю. Здесь как бы вы возле города находитесь. Но Стеколки вы тоже возле города, но здесь получше. Вот такой здесь райончик хороший. Вот так вот здесь люди живут. Смотрите, дом какой полукруглый, полуквадратный, наверное. Вот так вот. Гаражи стоят. Ну, нормально. Не сильно дом-то такой старый, я бы сказал, хороший такой. Вообще нормальный. Подъезд, видите, как раньше делали? Лестница была крутая, большая. Сейчас мы этот дом тоже поснимаем. Ладно, пойдем туда снимать. Мы же приехали за другим. Мы приехали посмотреть, как люди живут здесь. Кого уже переселили. Но люди, конечно, не хотят, чтобы я снимал, потому что, ну, кому охота светиться, кто хочет инкогнито остаться. Я людей, конечно, тоже понимаю. Но как мне быть, никто не поймет. Вон там люди живут уже в лесу, прямо на домике в лесу стоят. И лес здесь же есть. Может быть, здесь даже и кладбище есть. Обычно в лесу кладбище делают. Ну, здесь как бы лесная чаще хорошая. Можно, вот, например, кто здесь живет, да, выйти в лес погулять. Выйти, да, в лес прогуляться на ночь глядя. С утреца пробежки кто-то здесь, наверное, делает. С утреца кофе выпьет. Но говорят, когда вы кофе пьете утром, нельзя пробежки делать. Сердце стучает. Сердце, короче, выпрыгнет и все.
Вот здесь вот так вот зеленый 9, дом 9 здесь. Тоже люди живут. Вообще какая здесь красота, друзья. Вот как мне здесь нравится район. Прям душой отдыхаю. Здесь иду просто и отдыхаю. Вот реально. Как здесь все чисто, красиво. Дома какие здесь нормальные. Возле каждого подъезда все чисто. Нету нигде бумажки, там мусора. Все здесь нормально, короче. Люди здесь живут. Кто-то в коттеджах здесь живет. Ну, если здесь жить бы, я бы лучше в коттедже, конечно, хотел бы жить. Какой-нибудь коттедж бы, да, построить большой. В коттедже тоже опасно жить. Люди почему большинство квартир выбирают? Потому что это... Ну, коттедж ограбит вас, залезут к вам. Перепрыгнут через забор. А квартиру вы на сигнализацию поставили. И ушли. Сейчас вот лес заценим. Здесь лес какой, лесная чаша здесь находится. Ну, мусор, конечно, здесь естественно будет. Люди не щадят его. Лес. Лес это хорошо, конечно. Здесь какие-то вот гаражи. СТО, наверное, какая-нибудь была. Сейчас мы туда сходим, посмотрим. Но я думаю, лес надо культурно к нему относиться. Травы вон сколько растет здесь. Соломы. Ну, вот так вот здесь пробежки делать, да, в гору. Чья-то куртка валяется. Ну да, лес, конечно, знаете, чем мне нравится? То, что кучи какие-то, ямы большие здесь. Ну, как бы здесь воздух, в принципе, нормальный, лесной. Вот такой здесь лес. Вот в этот дом переселили уже людей. Это 100%. Вот в этот, наверное. Может, здесь люди уже давно живут, я не знаю. Вот здесь, наверное, точно переселили. Но там строят дома. И на том спасибо. Но я бы хотел, чтобы меня тоже сюда переселили. В новую квартиру. Я бы здесь жил бы. И видео здесь бы снимал бы. Каждый день ходил бы на Восточный. Восточный бы снимал. Потом бы коренным жителем Восточного стал бы. Там бы бегал бы, кричал бы. Ну, каждый хочет переселиться, если честно, в квартиру красивую. В новую, да? Друзья, у вас может все в жизни быть. Главное верить. Вот так вот здесь, короче, выглядит все. Какие-то колодцы здесь находятся. Вот видите, что в лесу мне не нравится? Во-первых, вот такие подъемы. Везде какие-то ямы, вот это все нагорождено. Какие-то вот кого-то сюда, какой-то мусор выгружали. Этот колодец не работает, его закрыли. А то люди упадут туда. Все, камера пишет нормально. Экскаватор еще работает пока. А, они там хотят разровнять. Возле дома песком все. Сделать какую-то дорогу, наверное. Чтобы люди не ругались. Не знаю, где кого переселяют. Здесь я не вижу. Я думал, здесь переселяют. Или хотят переселять еще кого-то. Но мне пока сказали, что никого не переселяли. Все здесь пока нормально. Ремонт идет. Ну, райончик здесь такой. Средний, да, наверное. Все же люди любят в городе жить. Точнее, хотят в городе жить. Я в городе не хочу жить. Вот если бы мне в центре дали бы квартиру, даже я бы там бы не жил, потому что
Ну, в центре кого жить там? Машины будут ездить, шуметь. Люди будут орать, пить водку там в подъездах даже распивать. Ну, короче, гул, шум будет. А так где-нибудь на окраине живете. Но здесь, конечно, тоже могут быть какие-нибудь там люди выпивать, орать, кричать. Это, конечно, но это самолет летит. Это маловероятно, понимаете? Здесь даже лучше жить тем, что здесь можно это выйти там, отдохнуть, в лес ходить. Вот такие здесь гаражи. Сейчас мы здесь поснимаем, обратно пойдем в сторону Стрелки, наверное. Еще хочу вам старый, наверное, показать. Этот старый, как его? Старый зеленый, наверное. Вот сюда, наверное, переселяли людей или не сюда, я не знаю. Сейчас надо здесь еще поснимать и все. Здесь зеленый 1А. Друзья, здесь такой райончик. Сейчас мы здесь пройдемся, вот здесь вот. Смотрим, как здесь люди живут. В принципе, даже вот люди, которые на Восточном живут, они здесь тоже не были. Там балконы там, какие-то одеяла сушат. Вот так вот здесь. Здесь гаражи стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14 гаражей. Вот так вот здесь люди живут. Дом видно, что не новый, старый уже. Тоже мы уже давно уже построили. Ну, такая архитектура вот домов, это считается обычная. В 90-х даже такую архитектуру начинали уже строить, в принципе. Нормально. Горочка такая старая стоит. Лавочки уже все вот так вот здесь. 90-х годов еще вот это все, песочницы, вот это тоже старое уже все. Вот только что новое построили здесь. Это специально строят для ковров. А мы раньше вот на таких же турниках топорик делали. Здесь вот получается карусель. За ручку держишься и раскачиваешься по кругу. Здесь вот такую лавочку сделали, ну, чтобы люди выходили здесь, там сидели в телефоне, сидели здесь, воздухом дышали свежим. Такую здесь хорошую. Ну, это для маленьких сделали. Тоже там, прикиньте, лавочки есть. Дети могут посидеть, поиграть. Все чисто, аккуратно. Вот такие здесь турники, эти тренажеры есть. Подкачаться, кто хочет. Вот это тоже. Вот это вот вообще тема. Пресс на ней качать вообще. Ноги туда сделали, сели и пресс подкачали. Это для пресса. Даже в тренажерных залах такие ставят. Вот тоже тур, это тоже это для ног. Это для ног. Это тоже для ног. Это и икроножные мышцы прорабатывать. Брусья стоят. Турники. Вот так вот здесь и живут люди. В теннис даже кто-то играл здесь. Ну, можно, точнее, если у вас теннисный корт, это не теннисный корт, просто это настольный теннис называется. Такие пластмассовые белые шарики, да, его так друг к другу. А здесь люди вот живут, тоже коттеджи строят в основном.
Сейчас здесь посмотрим, как здесь люди живут тоже. Сегодня зеленый для вас просто поснимаю и все. Как здесь, что здесь? Тут второй этаж хотел делать. Улица изумрудная здесь. Ну, вот так вот, друзья, здесь живут люди или строятся. Жить, как говорится, везде можно. Человек ко всему привыкает. Здесь даже, то, если вы дом построите, тоже привыкнете и будете здесь жить. Но здесь, если поставить какой-нибудь кирпичный забор, да, вот такой, по всей длине, кирпичный забор, будет вообще красиво. Просто такой забор уже все не катит. Здесь деревня находится. Если батарейки хватит, сходим. Ведь тот зеленый. Старый. Вон там люди на горе живут. Вон так вот здесь живут люди. Обычно деревня. Ну такая деревня. Деревня, да? Деревня городского типа. Вот вот так вот здесь. Вон там даже на горе живут люди. В лес ходит. Вот так вот здесь живут люди. Нечего, короче, здесь снимать. Пойдем старый, наверное. Чуть-чуть поснимаем зеленый. Здесь вот, друзья, вот так вот люди живут тоже. Вот в таких домах. Ну, нормально, что. Хороший дом. Там вот такие панельные идут. Бетонные. Это даже не панельные, бетонные какие-то. До старого, наверное, мы не дойдем, зеленого, новый поснимаем. Ну, старый там что, люди живут в хороших, красивых коттеджах двухэтажных. Отсюда уже видно, что они там живут очень красиво. На горе даже какой дом красиво построили. Парикмахерская стиль здесь находится. Стригальня, продукты, здесь магазин, может быть, где-то есть. А здесь гаражи идут, ничего интересного. Сейчас здесь поснимаем, посмотрим. Дом такой большой. Здесь гаражи, люди машины в гараже ставят. Ну, нормально, здесь райончик такой красивый. И мне здесь нравится. Я бы не сказал, что здесь район плохой. Здесь вот магазин продукты, можете туда заходить. Бургеры даже там продаются.
Здесь уже вот такие обычные подъезды. Здесь подвальное помещение. Вот так вот здесь живут люди. В принципе, можно сказать, возле леса. Захотели, в лес ходили. Там идет люди, что в футбол играли. Площадка. Ну, нормально здесь люди живут. Жить можно, как говорится. Хорошо живут. Там идет старый уже зеленый. Вот такие дома. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девятиэтажные дома. Там четырехэтажные, такие маленькие, интересные. Смотрите, как кубики смотрятся. Вот эти дома вообще как кубики смотрятся. Трехэтажки такие. Сейчас уже нигде таких не делают. Сейчас поднимемся. Блин, батарейка садится. Ладно, туда не пойдем. Мне получается в ту сторону идти сейчас надо будет. Долго-долго. До стрелки. И все. Вот такое сегодня видео было. Если кому было интересно. Здесь вот так вот просто гаражи идут. Здесь люди в коттеджах живут. В коттеджах люди живут. Красивых. Здесь есть очень красивый коттедж. У нас вообще сейчас люди большие. Люди вообще молодцы сейчас. Коттеджи строят большие. Вот такой есть дом. Тоже красивый, деревянный. Дорогая машина там припарковалась. Ну, нормально, короче, люди живут здесь хорошо так. Классно, короче, живут. Вот так вот живут. Мы сейчас с вами туда направляемся. Насколько батареи хватит. Туда прямо надо идти до стрелки, если по этой дороге можно уйти туда. Вот такие здесь дома деревянные строят. Второй этаж, балкон делают. Вот такой дом вообще мне нравится, сейчас покажу. Дойдем до него. Ну, такой дом тоже красивый, смотрите. Евробалкон поставили. Вот такой дом тоже красивый. Вот такие вот дома есть. Сейчас я вам покажу красивый дом. Вот такой, друзья, дом красивый. Улица здесь, сейчас посмотрим, как называется. Вот такой дом вообще, это просто мечта. Вот такой. Здесь местность такая, смотрите, хорошая, да, вот смотрите. И улица вечерняя здесь улица.
такого дома. И у вас ворота автоматически открываются. И видите, какие решетки узорные, красивые стоят. Вот так вот здесь люди живут. Нормально здесь люди живут. Могут люди вечерние, 8, здесь смотрите, какой дом тоже. Тут тоже такой красивый, ворота тоже откатные. Автоматические, наверное. На пульт нажимаете, у вас ворота так открываются. Вот там какие-то пожары в лесу, видно, дым какой-то горит. Нифига там. Какие-то там пожары. Вечерние 10. Не знаю, как мне лучше выйти отсюда. То заблудиться можно. О, там дорога идет. О, по той дороге уйду, наверное. Вот так вот здесь люди живут. Шикарные здесь, кстати, дома-то. Ну и старинные, конечно, есть. Вот такой дом здесь, смотрите. Собаки лают. Вертолеты летают. Пожар, походу, тушат. Там что-то в лесу какой-то пожар. Вот здесь тоже вообще, здесь столько домов, да, реально поснимать вообще интересно. Вечерний, как это уже другая улица идет. Собак бы здесь не было. Короче, вот такие даже дома идут. Сейчас я вам покажу. Все, батарейка садится уже. Перевалочная улица здесь. А первоцветная. 32 здесь. И вот такие дома здесь идут. Гараж идет. Тоже такие дома хорошие. Красивые. Собака лает. Такие здесь дома идут. Здесь такой бугор, спускаться надо, ветер дует. Мы сейчас спустимся здесь. Камера пока снимает, но батарейка уже села. Мне еще, конечно, идти далеко. Надо вообще выходить отсюда. Так вот здесь люди живут. Вот так вот здесь. Вот такие дома здесь, смотрите, вот. Ну, красиво здесь дома. Я бы не сказал, что старый зеленый хуже нового зеленого. Здесь даже лучше. Люди здесь живут вообще. Гаражи какие себе делают хорошие. Заборы красивые. Вот здесь даже, смотрите, дом какой построили. Прямо посередине.
Вот такие здесь дома. Но уютные здесь дома, кстати, стоят, вообще уютные. Заборы у всех красивые. Да и сама улица здесь красивая, вот в каком доме люди живут. Кругом собаки. Ну хорошо, что за забором, что собаки за забором. О, там дом вообще красивый стоит. Там такой дом красивый. Да, кухня у них панорамная идет, наверное, или это, может, не кухня, а просто. Так вот здесь, вот так вот все идет здесь. Мы сейчас в ту сторону пойдем. Нам надо вот там, видите, улицу еще можно было поснимать, там как люди живут. Вообще там дома такие идут, и что? Да исторические. Как-нибудь, может, еще раз сюда приедем потом. Здесь вот тоже первоцветная улица. Вот такие дома здесь. Ну, как в Краснодаре практически. Там тоже люди живут в своих домах. И тоже практически такие дома есть. Деревня, да? Поселок здесь городского типа. И здесь, ну да, здесь городского типа поселок. Возле города это читается городского. Сейчас на ту дорогу выйдем и все. Здесь тоже улица, здесь вся улица первоцветная. Дома здесь, кстати, вообще шикарные, люди вообще теплицы строят там. Вот. Здесь тоже вот люди живут. Здесь такие дома средние. 7 на 8, 9 на 8 строят. И все. Какую-то улицу и вышли. Куда-то мы, короче, заблудились. Вот сейчас я по этой улице выйду на стрелку. И все. Если кто знает, тот может две улицы здесь свернуть и уже будет на стрелке. В принципе, надо местное знать. Можно туда-сюда свернуть и все. Здесь всякие СТО находятся. Вот, друзья, я ошибся. Еще пока не переселяют туда людей. Я не знаю, в какой зеленый переселяют. Куда именно? В какие дома? Пока не знаю. Но я поснимал вам чисто, что стройка идет, все нормально. Все своим ходом пока движется. Не переживайте. Если кто пока еще не переселился, а в будущем построит, переселит. Так что не переживайте. Вот здесь это как у заправка идет. Сейчас туда свернем и уйдем на стрелку, там сядем и едем.
та часть города еще есть в той стороне, туда вниз, если уйти. Там тоже можно поснимать потом когда-нибудь. Просто я стараюсь ролик на 2 часа не снимать, потому что памяти не хватит это все монтировать. Памяти хватит все смонтировать. Просто Adobe Premiere требует вообще много. Если ты, например, на 100 гигов видео снимешь, то тебе надо, чтобы у тебя жесткий диск был, там, гигов на 300, на 400 гигов был. Улан-Удэ, Стальмо здесь находится. Вот, друзья, мы вышли. По этой дороге не пойдем. Вдруг уж машина собьет. Надо вот по этой дороге идти. Сейчас покажу. Вот по этой дороге пойдем. И все. Чтобы нас машина не сбила. Вот, друзья, идем дальше. Сейчас пока поснимаю, батарейка сядет, сядет. Это старый зеленый идет. Здесь видите, люди в каких коттеджах живут. Тоже хорошо, в принципе. Фу, старый зеленый здесь идет. Здесь какие-то заводы, там что-то эти, походу, пилят лес. Лесом здесь, походу, занимаются. Здесь лесом занимаются. Здесь вот коттеджи ставят тоже хорошие. Кирпичный двухэтажный. В таком бы кирпичном бы он там бы жил бы, в красном. Нехорошо все-таки люди живут. Кто что бы ни говорил, но он даже на велике катаются отсюда. Кто бы что ни говорил, но люди... Кто умеет жить, тот живет. И строит себе хорошие коттеджи. Сколько вот у нас в Улан-Удэ, я замечаю, столько новых коттеджей появляются. И все такие красивые. Двух-трехэтажные. Четырех даже видел. Не знаю, куда им такие коттеджи. Двухэтажного коттеджа большого вполне хватит. Нормально будет. Здесь вот люди живут. Нифига у них участок-то какой огромный. А забор-то какой большой. Вот, друзья, я уже дома. Монтирую видео. Уже почти все смонтировалось. Сейчас монтаж будет долгий идти. Потом еще выкладывать на YouTube. Хочу всем сказать спасибо за просмотр. Кто посмотрел. Мы сегодня были в зеленом. Пока еще людей туда не переселяют. Я спросил, там они сказали, что пока еще и стройка идет. Они пока уже дом сделали, будут еще внутреннюю часть делать, облицовку, вот это все там, стены делать. Ну там, короче, с отделкой будет. Я так думаю, что там с отделкой будет, чтобы людей переселить туда, чтобы там уже все готово было. Чтобы люди сами ремонтом как бы не запаривались, не делали. А там же все целенько, бравенько, люди пришли там и живут. Чтобы с удобствами все у них было хорошо. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Конечно, поездка сегодня тяжелая была. Я вот в час выехал из дома. Ну, 12:30, можно сказать. Пока добрался туда, к 2 часам. Пока там снимал, к 5 часам я уже домой приехал. В 6 часу. Где-то 23 минуты 6 было. Сейчас уже время 8 часов. Я уже видео монтирую. Так что всем спасибо, друзья, за просмотр. Что посмотрели, напишите, интересно вам было посмотреть, как там строится пока зеленый, новый зеленый. Там остановка, все, есть магазины, все там в шаговой доступности сделать. Ну, сейчас хотят такие микрорайоны Улан-Удэ сделать, например, как вот 102-й там, или еще какие-то микрорайоны, чтобы люди как бы жили в своем микрорайоне, и чтобы у них все было в шаговой доступности, там магазины, автосервисы, там... Даже будут скоро торговые центры, наверное, там даже будут делать. Может, даже уже где-то есть. Ну, хотят, чтобы все
как бы люди жили в своем таком мирке маленьком, в центр туда не ездили, жили там, и все там, чтобы у них было. Ну, бабушкам, дедушкам, конечно, это будет интересно.